быть. Максим, Раис, блогер, мои читатели спрашивают у вас. Чего-то? Да, доктор Джекил спрашивает, вы часто возитесь с детьми, вас показывают по телевизору, очень хороший папа. Как ваши дети? Отжигают. Да? Да. Спасибо. Марианелла из Москвы спрашивает, вы очень хорошо выглядите, не в смысле душой даже, а телом. Как вам это удается? Молодо. Именно тело даже, не просто душа. Вы знаете, мне моя дочка недавно, уже достаточно давно сказала, папа, фу, такая сисечка у тебя выросла. Поэтому, в общем, когда я призастегнусь, я как бы нормальный. А так, если на меня посмотреть, разожрался, разоспался. Не, ну просто меня колбасит, я тусуюсь. Никакого отдельного внимания своему, к сожалению, состоянию я не уделяю. Единственное, что я хотел бы сказать, что когда в летнее время мы с семьей проводим время на даче, если есть там хотя бы, ну, там несколько дней безвылазно, несколько, там, 2-3, не больше. То есть, естественно, бегом на конюшню верхом. Это очень поддерживает. В этом году первый раз я в своей жизни совершил купание верхом. Вот, это весьма заманчивая история, потому что с лошади снимается седло, ты, собственно, раздеваешься, ну, до плавок и на скользкой, ну, после... Купание красного коня. Купание красного коня в коричневой воде, потому что они какают безусловно. Не, это было русское, в смысле, с буквой «З». Рузыское, от названия города Руза. Мы купались в Рузыском водохранилище. Последний, читательница Белла Катарина говорит, что я не хочу ничего спрашивать, обязательно передай ему, что его пример в «Последнем герое», его человечность всегда меня вдохновляет. Вот. Как вы вели себя, как вы там были? Да. Спасибо, я тронут. Я совершил там несколько ошибок, которые остались за кадром. Это бонус, который был сделан мне при монтаже. Вот. Я совершил... Я очень надеюсь, что это нельзя назвать неблагородным, ну, очень надеюсь, хотя не знаю. В общем, ну сделал то, что не характеризует меня случай страны. Я сужу по большому счету. Вот, ну, я счастлив, что я понравился. И можете передать привет нашему сообществу, нашему журнале. Просто в камеру скажите привет 102 ЖЖРФ. Привет, 102 ЖЖРФ от МП на ГСЛВЛ. Отлично, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.